Всем привет! Вот хотел бы обратиться к Михаилу Саакашвили, человеку, которого лично я знал, с которым я провел множество политических акций в Украине, с которым я был не на одном марше политическом и шел с ним рядом, рука плечо к плечу, рука к руке. И я много критиковал его, много думал о нем, не совсем, как думали многие, очень критически к нему относился. Но после того, как он смело вернулся в Грузию, зная, что ему грозит не один уголовный, так сказать, срок, он вернулся. И этим он в моих глазах поднялся очень-очень. Несмотря на причины, которые его вынудили туда отправиться, но это поступок сильнейший. Сильнейший поступок. Понятно, что он не будет сидеть в общей камере, где-то там в забитом каком-то захолустье, какой-то захолустной тюрьме. К нему будет пристальное внимание различных органов европейских и США. Но все же человек поменял свободное, сытое, так сказать, сытую жизнь, поменял на лишение. И неизвестно, чем это закончится. Саакашвили, в хорошем смысле этого слова, политический авантюрист, в хорошем смысле этого слова, человек Христовый, настоящий политик. Я желаю, Михаил Саакашвили, вам сил, терпения и всего наилучшего, чтобы как можно быстрее вы вышли на свободу и уже в качестве свободного человека приезжали в Украину и жили свободной демократической Грузии. Не в Грузии, которая стремится к России, назад в рабство, так сказать, а в свободной Грузии. Это такое мое вам обращение. Слава Грузии! Волю Михаилу Саакашвили!